И всем привет, дорогие друзья, и вы снова на моем канале, и сегодня я снимаю такое видео как обзор и запускаю такую рубрику как обзоры на наборы. В этой рубрике я буду обозревать вам наборчики, которые у меня есть, что-то рассказывать, может быть вы узнаете что-то больше, оцените для себя, покупать, не покупать, или может быть купите похожую модель, я расскажу вам все минусы и плюсы данных наборчиков. И сегодня мы с вами посмотрим вот такую вот огромную, красивую конюшню от Schleich. Она даже не вмещается в кадр, но я попробую как-нибудь ее показать. Сегодня я расскажу вам всю информацию, которую я не знаю. Итак, давайте начнем. Поехали! Пока я буду рассказывать вам какие-либо факты о ней, я покажу ее внутри в целом, ну и вы сможете как бы оценить ее визуально. И первое, что мне хотелось бы отметить, это вот эта секция крыши. Она, конкретно вот эта вот секция, она снимается, сделана она вот такая вот под черепицу. На самом деле камера делает ее гораздо ярче. Она темно-бордового цвета, ну как, собственно, настоящая черепица. Вот эти окошечки у нее открываются с достаточным шумом. И мы можем посмотреть, что делается у нас внутри конюшни. Они открываются, закрываются, также вот в таком вот положении они фиксируются, то есть они никуда не падают. И у них есть такое как бы посередине положение, вот. Вот, она может держаться вот так, а может полностью быть открытым. Все эти четыре окошечки вот так вот делаются. И вот эта секция, она снимается, то есть мы спокойно можем ее снять и, собственно говоря, наслаждаться конюшней без крыши. Многие используют эту крышу как, например, гараж для коневоза, но я просто ее использую, она у меня просто отдельно стоит. Извините за шум. Вот сбоку она такая открытая. Собственно говоря, собирать ее достаточно легко. Вот эти колоночки, ну как бы столбики, они просто отсоединяются, и вот эта крыша присоединяется к самому каркасу. То есть в сборке она легкая, но достаточно красивая. То есть вот здесь у нее чуть большее пространство, чем вот спереди. Она стоит как бы одной стороной, она стоит спереди конюшни, другой стороной сзади. Вот, очень удобная крыша, она создает хороший тенечек, можно поставить ее на манеж, куда-то на плац, то есть она очень многофункциональная. Сейчас я расскажу вам немножечко информации о этой конюшне, типа того, где я ее купила и так далее. Начнем с того, что купила я ее на прекрасном сайте www.konik.ru. Ссылочка будет в описании. Это практически официальный сайт Schleich. На нем всегда у нас есть самые свежие новиночки от Schleich. В общем, ссылочка в описании. Переходите, заказывайте и делитесь этими новиночками на YouTube. Эта конюшня идет в разобранном виде. Весит она 5 килограмм, не подумайте, что она сделана из какого-то легкого пластика. Нет, в принципе, зарядку с ней делать можно. Я покупала эту конюшню абсолютно без аксессуаров, потому что в конюшне с аксессуарами такой же модели. Там идет тракенинская кобыла и перекрас тракенинского жеребенка, если я, конечно, не ошибаюсь, какие-то еще там яблочки, морковочки. И стоит она на 4000 дороже, поэтому я решила не заморачиваться и купить вот эту конюшенку, собственно говоря. Она у нас достаточно интерактивная, то есть все дверки в ней открываются, все везде можно подвигать. Например, вот эти кронштейны можно вообще перевесить куда-нибудь. То есть все такое очень интерактивное и реально такое живое, то есть очень максимально приближенное к реальности. Если вам, конечно, интересно мое мнение, то я могу посоветовать однозначно покупать конюшню без аксессуаров, потому что купить конюшню просто без аксессуаров и докупить к ней каких-то лошадей, яблочки, морковочки выходит, ну, на несколько тысяч дешевле. И если вам главное саму конюшню, то я советую вам покупать конюшню вот эту. Как вы могли заметить, она у меня старой, то есть прошлой модели. Сейчас уже выпустили гораздо прикольнее конюшню с
вот этими вот штучками белыми, с розовыми опушками, если я не ошибаюсь. Туда входит арабская кобыла, всадница. Но, во-первых, на тот момент, когда выпустили эту конюшню, у меня уже была вот эта конюшня, и, ну, как бы, я не хотела покупать себе другую. А, во-вторых, мне кажется, что вот такая вот конюшня смотрится гораздо более, ну, реальнее, то есть более приближена к реальности. Ну, ребят, ну, где вы видели белую конюшню с розовыми окошками? Да нигде! А вот такую конюшню, здесь реально цвет, как бы, кирпича. Такой вот брусчатки, реальный цвет досочек, это более приближено к реальности, так как мне важно было, чтобы эта конюшня не только нравилась мне, но и была как бы реальной, не то, что там какая-то сказочная конюшня с пегасами, с единорогами, а реальная, приближенная к реальности конюшня, чтобы можно было снимать какие-то видео, сериалы с ней и делать фоточки. Та конюшня, если честно, мне не очень нравится, но... Если бы у меня был выбор покупать вот эту конюшню или ту конюшню, я бы выбрала вот эту конюшню, потому что, опять же, повторюсь, она более приближенная к реальности, да и мне она больше нравится. Ну что ж, давайте уже начнем смотреть эту конюшню. Сначала мы посмотрим ее внешние стороны, а потом уже заглянем внутрь. Как я уже сказала ранее, дверки в этой конюшне открываются, и закрывается она вот такой вот щеколду. Если вы думаете, что она игрушечная, то нет, это неправда. Если вот так вот ее плотненько закрыть, то двери не могут открыться. Ну, естественно, зачем же делать игрушечную щеколду? По бокам у нас есть вот такие вот штучки, я даже не знаю, как их назвать, развязки, не развязки. Здесь мы можем спокойненько поседлать свою лошадь, оставить какие-нибудь вещи. С той стороны аналогично такая же штучка, я не буду ее показывать. Также здесь такое вот зеленое окошечко, тоже достаточно правдоподобное. Здесь падает тень от крыши, вот она. Поэтому здесь может быть достаточно плохо видно, но все же. Здесь внизу вы можете видеть вот такие вот наклеечки. Они шли в комплекте, я не докупала их отдельно. Не знаю, тогда я решила, что если я обклею конюшню наклейками, то будет более прикольно, потому что покупала я ее около 3 лет назад. Ну, собственно, да, 3,5 года назад. И... Тогда мне нравилось, как смотрятся эти наклейки. Сейчас я хочу их оторвать, но все никак руки не доходят. Далее посмотрим боковую сторону. Посерединке этой боковой стенки у нас есть вот такое вот крепление для заборчиков от Левады, потому что в конюшне с аксессуарами идет Левада, а в моей конюшне нет, но так как они... везде пихают одинаковые конюшни, то здесь есть вот такие вот такие вот крепления для заборчиков Левады. Они подходят абсолютно ко всем заборчикам, и которые идут в наборе соревнований. На него я, кстати, тоже буду делать обзор. И которые идут просто в наборах, там, в разных. И, собственно говоря, которые идут конкретно в этом наборе. Вот, по бокам здесь тоже есть такие вот штучки, только они более маленькие. Здесь вот крепление, чтобы прицеплять, а здесь, чтобы вставлять. Далее здесь вот везде открываются такие вот окошечки. Есть верхнее окошечко, сейчас я его вам покажу. Вот оно, здесь есть такая вот зацепочка. Вот оно открывается так вот. Оно может открываться полностью. Везде оно фиксируется, то есть оно может быть открыто вот так вот. Вот. А внизу у нас такое вот окошечко, даже не окошечко, а дверка такая с щеколдой. Щеколда, кстати, тоже работает, сейчас я вам это докажу. Вот. Видите, до защелкивания, и даже если мы попытаемся открыть ее, у нас не получится. Везде вот такие же, ну, то есть это стандартная стена. Не подумайте, что на другой стене у нас творится какой-то кошмар и ужас. Нет, там все то же самое. Про заднюю часть, точнее заднюю сторону конюшни тут и говорить нечего. Здесь просто такой вот задний вход, можно пройти напролом. Сбоку здесь стенки деньников и вот такая вот крыша тоже крепилась, она на вот этих двух столбиках.
Ну, ничего необычного, просто такой вот вход. Кстати, на полу здесь у нас сделано, как будто это реальный камень. Очень прикольно. Прошли мы, значит, в конюшню и видим кронштейны. Как я уже говорила, эти конюшни еще интерактивные, все можно перевесить на ваше усмотрение. Собственно говоря, это конюшня на 4 денника, на 4 головы. Здесь может поместиться, я пробовала, по-моему, 4 лошади в этот денник. Но, естественно, если вы хотите, чтобы у вас было реально, то ну, одна лошадь или, например, кобыла за ребенком. Я буду показывать все на примере одного денника, который ближе к нам. И поверьте мне, все в этих денниках одинаковые, просто стороны разные. И первое, что мы можем заметить, это то, что у нашего денника свободненько открывается дверка на распашку и закрывается. И здесь есть такая вот выемка под голову лошади. Тестим. Ну, вот, как-то так. Чтобы дверка у нас не открывалась сама, здесь вот у нас есть вот такое вот крепление. То есть, когда мы заводим дверку вот сюда, она как бы не может открыться, упираясь вот в эту штучку. Вот. Далее мы заходим в денник, и нам сразу в глаза бросается кормушка и поилка. Они у нас, кстати, тоже отсоединяются. Стандартная кормушечка, которая тоже идет во многих наборчиках. И стандартная поилочка. Крепятся они к стенке вот так вот. Сейчас я, кстати, вам покажу, как они крепятся. И из-за того, что они вот так вот снимаются, то их вполне можно поменять с денниками. Вот, сейчас мы попробуем прицепить кормушечку. Ну, здесь она прямо прицепляется впритык. Вот, все, прицепили. Она у нас занимает две вот этих вот штучки. Вот так вот она крепится. И в нее можно положить там яблочко, например, или морковочку. Поилочка, собственно говоря, у нас крепится точно таким же способом. Только на одну такую штучку. Я думаю, что немножечко воды в нее налить можно, но держать ее там постоянно, я думаю, не получится. Далее еще из таких вот отцепляющихся вещей у нас идет такой вот кронштейн для седла и для уздечки. Вот этот маленький крючочек. На самом деле камера делает гораздо ярче. Они, ну, такие темно-серенькие. Сейчас я попробую их отсоединить. Не обещаю, что получится. Сейчас будет грохот. Готово. Вот такой вот кронштейн. Он присоединяется вот так на одну штучку. Его можно прицепить абсолютно на разные места. Сейчас я попробую прицепить. Короче, но его нужно прицеплять достаточно жестко. Короче, сейчас у меня это не получается, но потом я его прицеплю. Еще в наборе наклейки шла вот такая вот табличечка, точнее их много шло, такие вот таблички, где можно написать имя, я написала графит, и также вот такие вот разные розеточки. Ну а на середину я решила приклеить вот такие вот значки с разными лошадками. Ну, в общем-то, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. И сейчас еще одно небольшое объявление. Я уже говорила в прошлом видео, что на 300 подписчиков я устрою конкурс, в котором вы сами будете выбирать себе призы. Когда стукнет 295 подписчиков, я выпущу подробное видео, так что подписывайтесь, советуйте этот канал друзьям, а также ставьте лайки. Всем пока!